Я сдержал слово, госпожа. Чуть уничтожена. И ты вместе с ней, кстати? Не обидно? Немного. Мне, как и любому герою, не привыкать к смерти и возрождению, но... Неужели нельзя было хотя бы предупредить? Не кричи на меня. Если бы не мое образование в Академии Лордов, если бы не артефакт, мы бы были сейчас по уши в прайме. Устраиваемся поудобнее, драма. Второй акт. Злючка-колючка дает по башке рыцарю печального образа. Хочу напомнить, госпожа, что это именно я принес вам артефакт. В этом и состоит наш договор. Я служу вам и разыскиваю артефакты. Вы воскрешаете меня в случае смерти. Но ты ведь не предупреждал о том, что вместе с артефактом заявится вся окрестная чуть. Бац! 1-0, королева побеждает. На ее месте я бы сейчас задал вопрос про таинственного хозяина и про предательство, о котором болтали серые с полосатым. А уж если провести сеанс психотерапии, я думаю, мы смогли бы дать внятные имена всем душевным травмам безымянного. Ладно, не будем сейчас все это обсуждать. Что? Как это? Вот так всегда, на самом интересном месте. Прошу простить меня, юный лорд. Мне нужно прогуляться в одиночестве. Эти тюльпаны всегда навевают на меня тяжелые воспоминания. Привет. Мое имя Октавия. И мастер Ли мой дедушка. Я живу тут неподалеку и решила прийти поздороваться. Я часто выхожу сюда, во двор замка, полить клумбу с тюльпанами. Какие красивые, правда? Знаешь, мне придется тебе кое в чем признаться. Это насчет моего дедушки. Дело в том, что он отверг меня. Я для него больше не существую. Когда еще был жив прежний лорд этого замка, мой дедушка Ли служил у него военным советником. В те времена он воспитывал меня как будущую леди. Он вложил очень много сил в мое обучение. А когда пришло время, отправил меня в столицу, в Академию лордов, чтобы я, наконец, стала настоящей леди. Но я подвела его. Я не смогла окончить обучение, и меня прогнали из Академии. В тот день, когда я с позором вернулась обратно, мой дедушка сказал: «У меня больше нет семьи». С тех пор он меня перестал замечать. Я стала для него пустым местом. Как давно это было? А ты мне нравишься.
Я думаю, мы сможем стать с тобой друзьями. Позволь, я помогу тебе отстраивать этот замок. Я ведь все-таки тоже училась в Академии Лордов, хоть и недолго. Я смогу помочь. Отличная работа. Мы обеспечили твоих героев необходимым им отдыхом. Ведь отдохнувшие герои и наград больше из походов принесут, и опыта побольше наберутся. Под их надежной защитой я чувствую себя гораздо лучше. Есть только одно «но». Все расходы по отдыху героев берет на себя лорд. Так уж повелось, ведь именно лорд отправляет героев на опасные задания. Он и отдыхом оплачивать должен. Мой юный лорд, первый бой остался за вами. Враг разгромлен и бежал. Наконец-то эта долина обрела покой. Мой дедушка прав. Я чувствую то облегчение, с которым вздохнула река. Нам пришлось поить ее кровью врагов, но это было необходимо. Лучше уж так, чем дальше терпеть их присутствие. Но этот удар только начало. Ведь там, за рекой, находится наша земля, прекрасная туманная роща, таинственный лес, входивший когда-то в пределы Адорнии. Теперь же здесь всегда идет пограничная война. Каждый день возводятся новые укрепления, а старые разрушаются противником. Один из новых форпостов, Алое Острие, возведен на территории Империи Доктов и должен служить плацдармом для дальнейших военных действий. Послушайте же мой совет, юный лорд. Наш враг сейчас растерян и потрясен внезапным нападением. Нам нужно развить успех. Вызовите доктов на новый бой. За Адорнию, за королеву Изабель.